Марія Заворотня – б'юті-майстер з 2013 року. Почала свою діяльність як майстер з нарощування вій. Тоді вона поєднувала з основною роботою в Обленерго. Але полюбила б'юті-сферу всім серцем і занурилася з головою. На сьогоднішній день займається апаратною косметологією та перманентним макіяжем. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отож, давайте оцю розберемо різницю, чим відрізняється татуаж від перманентного макіяжу. Тому що я в інтернеті знайшла відомості, в принципі, що це синоніми. Многі так називають, і є небольшое відлічя, що перманентний макіяж, що перманентний татуаж виконується одними і тими ж інструментами, одними і тими ж матеріалами. Відлічя заключається в тому, що макіяж – це більш поверхностна техніка, і це нова, сучасна технологія, а татуаж більш глибоко вноситься в кожу. Раньше, когда только начиналось это направление, и вносили пигмент в кожу очень глубоко. И вы все могли наблюдать, когда ходят женщины с такими синеватыми бровками. Угу. Это из-за того, что глубоко вносился пигмент. Такая раньше была технология. Сейчас мы все стремимся к натуральности, и перманентный макияж – это именно разновидность натуральности. Он вносится поверх і тримається недовго, до 2 років. Угу. Чи боляче взагалі робити цей перманентний макіяж? От іменно перманентний макіяж не больно. А татуаж боляче? А татуаж больніше, тому що він глибоко вноситься. Там йде повреждення більше кожи і може супроводжуватися з кровяними виділеннями. При перманентному макіяжі крові бути не повинно. Якщо майстер правильно виконує технологію, соблюдає, то ніякої крові немає. Це безболезненна процедура. Она по ощущениям можно сравнить с тем, как выщипывают волоски на бровях. То есть достаточно комфортная процедура. Скільки сходить набряк, якщо робити татуаж, і чи є набряк після перманентного макіяжу? Иногда бывает отечность, не у всех и не всегда, и небольшая. То есть отечность может иметь место, небольшая, и она проходит в течение пару часов после процедуры, если мастер все сделал правильно. Також я помітила, що в ціновій політиці дуже різниця, це саме вартість надання послуги. Є і дешеві, і дорогі, в принципі, за ту ж саму послугу. В чому тоді різниця? Чому не може коштувати дешево, або навпаки, чому коштує так дорого? Тут є кілька составляючих ціноутворення. Це залежить і від досвіду майстра, від скільки часу він цим займається, наскільки він вкладає в своє навчання, що спустя время нужно проходить какие-то повышения квалификации, да, быть как бы идти шагать в ногу, быть в курсе новинок всяких. Потом это значит, какие материалы использует мастер в работе. Что касается пигмента, ну, как люди понимают, это краска, которую вносит в кожу. Но на профессиональном языке называется пигмент, так правильно будет называться. Значит, хорошие пигменты премиум-класса, они стоят дорого. Преимущество этих пигментов заключается в том, что они гипоаллергенны, что немаловажно, да? Поэтому они стоят дорого, они качественные, но они же и надежные, поэтому, естественно, не может стоить дешево процедура. И еще имеет значение, какие... Значит, много одноразовой продукции использует мастер. Есть мастера, которые дезинфицируют, стерилизуют инструменты. Это можно на этом где-то, может быть, сэкономить, но когда используется одноразовая продукция, тут как бы и клиент спокоен, он видит, что в его присутствии распечатался одноразовый инструмент, и после этого он утилизирован. Я думаю, это очень важно. И это, конечно, влияет на образование цены. Взагалі також люди запитують, як потрібно готуватися до цієї процедури, чи потрібно собі збривати там брови, якось додатково вищіпувати. От якраз збривати брови не потрібно і вищіпувати теж не потрібно. Мастер дивиться, як ростуть ваші бровки, яка область, тобто коли рисується ескіз, перед тем, как начать работу, мастер рисует эскиз сначала специальным карандашом. И очень важно
видеть, где наша натуральная бровка находится, как она растет, как волоски располагаются, для того, чтобы сделать перманентный макияж максимально натуральным, чтобы не получилось так, что ваша настоящая бровка растет ниже, чем татуаж, который вам сделали, и можно наблюдать такие 4 бровки. Такое, к сожалению, иногда имеет место, когда мастер неопытный или непонятно, что им руководствуется, почему так иногда делают, но такое бывает. Поэтому ни в коем случае мы не сбриваем волосы, и во время процедуры этого делать не нужно ни до, ни во время, ни после. Как бы... Чи можна під час такого макіяжу, наприклад, трішки собі змінити форму губ або навіть трошки збільшити? Совсем немножко. Я хочу сказать, что ошибочным является такое мнение, что с помощью татуажа можно увеличить губы. Я бы не советовала никому это делать по той причине, что это разная кожа. То есть кожа на губах у нас слизистая, а на лице пористая. И когда вносится пигмент, он по-разному ложится на эти разного вида кожу и будет отличаться. На губках будет иметь другой оттенок, другую текстуру, чем на пористой коже. И это не очень привлекательно выглядит. Лучше, если хочется увеличить губы, обратиться к косметологу, который занимается увеличением губ и с помощью специальных филлеров немножко себе придать пышности, но не с помощью макияжа. Є запитання від гостя, від читачів, от зокрема глядачів. Чому брови, чому мої брови поступово, ну, можуть ставати синіми, так? І губи так само змінюють свій колір. А брови червоніють, а губи стають сині. Да. Таке буває, це при татуажі. То, что я вначале сказала, да, когда очень глубоко вносится пигмент. Это можно сравнить, знаете, есть выражение «голубые дали». Да, когда мы смотрим в горизонт, особенно если горы, и видим синеву, так передает цвет наши глаза. Когда пигмент вносится глубоко в кожу, происходит вот этот эффект «голубые дали». То есть чем дальше пигмент находится, тем больше синеватый оттенок он приобретает. Плюс еще он смешивается там с кровью и тоже взаимодействует, происходит какая-то реакция, он капсулируется и изменяет свой оттенок. Он может стать и синим, зеленым, фиолетовым, красным, каким угодно. Это причина, что очень глубоко внесен пигмент. И раньше так и делали татуаж. Он носился очень долго по времени, годами, он никогда не выйдет из кожи, он просто поменяет свой оттенок, но останется там навсегда. И чтобы избавиться от этого некрасивого оттенка, нужно его будет специально выводить. Вот так. Скажіть, будь ласка, а кому можна робити, кому не можна робити татуаж? Я знаю, що ви проти татуажа очей. Я проти татуажа на веках тільки по той причині, що мені не подобається, як со временем це виглядить. Очень красиво сразу після процедури. Ну, просто очень красиво. Но когда татуаж заживает на веках, он не будет таким выразительным, как мы привыкли, как это смотрится макияж. Стрелочка, тени или карандаш, подводка, он будет тусклый, серый иметь оттенок, не будет такой яркости и сочности, как от макияжа настоящего, да, поэтому плюс еще со временем, когда уже начинает как бы пигмент выходить из кожи постепенно, именно на веках он выходит частично. Если сравнить с бровками или с губками, то он будет равномерно просто становиться светлее. Но на веках он будет кусочками. Знаете, вот где-то вышел кусочек, где-то нет. Это смотрится очень некрасиво, грязно как-то, как будто не умыли макияж. Ну, некрасиво. Вот это лично мое субъективное мнение. Я никого не отговариваю делать макияж век, но мне это очень... Не нравится. Кому не бажано робити? Там, може, там жінкам, які кормлять дітей і так далі. Да, есть противопоказания, несколько противопоказаний к процедуре. Сейчас перечислим, значит, онкозаболевание является противопоказанием. В этом случае нам нужно дождаться разрешения доктора. Это обязательно. Это здоровье, и здесь нужно быть очень внимательным.
не имеет значения, в какой области это онкология, если она есть. Если человек проходит химиотерапию, там есть определенный промежуток времени, когда нельзя делать никакие процедуры. Об этом обязательно нужно спросить у доктора. И доктор скажет, когда можно, только с разрешения врача. Потом, если сахарный диабет, тоже нельзя делать, если тем более это инсулинозависимый, если это какая-то начальная стадия, но тоже нужно разрешение врача, лучше не делать, потому что тоже как бы плохо заживает. Беременность и лактация не является категорически противопоказанием. Это не Да, это не будет вреда матери и ребенку, но может быть как бы разные реакции, потому что гормональный фон меняется. Псориаз и сиборейный дерматит также являются противопоказанием. ВИЧ-инфекции и другие инфекции, иммунодефицит, в общем, такое. І що ще? Вроді би все перечислила. Я думаю, що нашим глядачам, в принципі, ця інформація буде предостатньо. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю, що сьогодні консультувала вас Юлія Заворотня, б'юті-майстер, майстер татуажу, майстер перманентного макіяжу.